Я не думаю, что станут меньше курить в России, но, во-первых, законы тоже довольно странные. Как-то там, типа, запретили курить на территории больниц, общественных каких-то заведений. Но, по-моему, всегда было запрещено курить на территории больниц, этих учреждений. Я вот еще, когда работал там в 2006 году, по-моему, у нас в издательстве запретили курить. Нам надо было на улицу выходить. Но в этом нет ничего плохого. Я думаю, что чем меньше будут люди курить, ну, тут все-таки двояко. С одной стороны, надо людям дать какую-то возможность избавиться от этой привычки, то есть создавать, может, какую-то, не знаю, на государственном уровне программу излечения от табачной зависимости, но этого нет. А курильщиков ставят в какой-то такой разряд изгоев. Хотя среди курильщиков масса замечательных людей, огромное количество. Но избавиться от этой привычки очень сложно, поэтому надо людям помогать. Но и тем не менее, ну, чем меньше люди курят, тем лучше.